Золотистые львиные тамарины – вымирающие приматы атлантических лесов штата Рио-де-Жанейро в Бразилии. В 70-х годах прошлого века в дикой природе их оставалось всего 200. Благодаря усилиям экологов их стало больше, и немаловажную роль сыграли зеленые коридоры над оживленными шоссе. Одна из главных причин исчезновения обезьян – фрагментация ареала из-за расширения городов. А самое большое препятствие – трасса BR-101, самая длинная в стране. Ее протяженность – 4800 километров. Теперь же переходы помогают тамаринам перемещаться между двумя большими массивами лесов. Численность тамаринов увеличилась до 2500 особей. Сейчас их стало 2500, но пока нет ни одной группы на достаточно большой охраняемой территории, где обитало бы хотя бы 2000 обезьян. Переходы построили не только над шоссе, но и под ним. В общей сложности есть 10 мостов и 26 подземных тоннелей. Мы также построили заборы для отпугивания диких животных, закопанные на 50 сантиметров под землю. Они не пускают животных к шоссе, чтобы не было аварий. Фотоловушки засняли множество видов, пересекающих этот 20-метровый мост. Среди них грызуны среднего размера, лисицы, хищные куньи, капибары, ящерицы, тегу, редкие птицы и золотистые львиные тамарины. Подписывайтесь на наш канал и смотрите мировые новости. Мы освещаем факты, а выводы делаете вы сами.